Сегодня дегустируем настойку из рябины. Поехали! Смотрим, что у нас получилось. У нас получился вот прекрасный розоватый такой цвет, слегка мутный, но очень красивый. По запаху. Ну, запах рябины, что, в общем-то, и следовало ожидать. Отведаем. Горьковато-кислый, очень яркий вкус. Очень приятная настоечка, прямо скажу. Мне понравилось. Такой своеобразный вкус рябины. Ну вот, я бы так сказал, вот на мой вкус, допустим, я бы вот на такую бутылку на последнем этапе добавил бы еще одну чайную ложку сахара. Ну, это по моему вкусу, на мой взгляд, было бы прекрасно. Ну, а вы смотрите по своему вкусу, потому что если вы, допустим, сладкие напитки не любите, это как раз то, что вам нужно, потому что здесь вот сладости абсолютно не ощущается. Говорю, горечь, кислота, и все это вместе дает незабываемый вкус рябины. Вот и все на сегодня, уважаемые зрители. Я вам советую этот напиток сделать, пока есть еще возможность собрать рябину. Во всяком случае, я точно пойду сейчас и соберу еще. Оставайтесь на канале. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь видео. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застольев!